Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Наш сегодняшний репортаж посвящен, казалось бы, непрофильным объектам экотехнопарка, вызвавшим, тем не менее, небывалый интерес среди посетителей Экофеста 2017. Наверное, вы уже поняли, что речь идет о музее SkyWay, к которому можно отнести нулевой километр, где стало доброй традицией загадать желание для его исполнения потереть на счастье бронзовую Беларусь. И дедушку подвижного состава SkyWay, Юнибуса, Юнибайка и, наверное, особенно Юнитрака, исторический ЗИЛ-131. Для демонстрации основных преимуществ инновационной транспортной системы SkyWay перед конкурентами в музее представлена действующая 6-метровая модель путевой структуры, а также макеты образцов подвижного состава и общепланетного транспортного средства. В 40-летней истории создания технологий посвящены многочисленные публикации, монографии и статьи как самого создателя SkyWay, так и издававшиеся о нем, а также его детище. Образец одного из видов струнного рельса в разрезе также присутствует в нашей экспозиции. Вообще же их, как известно, есть несколько типов для различных применений. Для наглядного представления о принципе работы ходовой части подвижного состава экспозиции музея дополняет мотор-колесо нашей собственной разработки. То, что вы видите перед собой в данный момент, не является ни игрушкой, ни моделью. Это охранный модуль, ключевой элемент интеллектуального струнного ограждения SkyWay. Поскольку наш проект во многом обязан своим развитием сотням тысяч инвесторов, очень важно увековечить память о них. Поэтому потолок в музее выполнен в виде звездного неба, где светящиеся звездочки – это буквы имен и фамилии всех наших партнеров, взятых из реестра на дату 16 апреля 2017 года. Самым же крупным инвесторам, внесшим вклад в 1 миллион долларов и более, на аллее почета поставлены скульптурные группы из бронзы. У нас есть все основания полагать, что еще в текущем 2017 году на ней появится несколько новых скульптур. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте нашей компании, поддерживайте наш проект, и место в истории вам обеспечено. Строй SkyWay, спасай планету.